Всех приветствую в данном видео. Появились новости по дальнейшим обновам в игре, и об этом и поговорим. Февральский патч добавит в Darkest Dungeon 2 новую зону, несколько уникальных врагов, пауки, собаки, черви и т.д., артефакты и переработанные механики вариативности для рогалик компонентов. Второй апдейт добавит регион финального босса второго акта из 5, кое-что по сюжету, новую вражескую локацию и постоянные геройские улучшения, что бы это ни значило. Третий апдейт в игре появится новый герой, финальный босс третьего акта, новый сюжетный контент, новые культисты и система отношений 2.0. Четвертый апдейт. Регион, вражеская фракция, босс и питомцы. Тоже хз, что это за питомцы. Пятый апдейт. Новый герой, финальный босс четвертого акта, сюжетный контент, улучшение вождения дилижанса и странствующий босс. Шестой апдейт. Он же релиз игры. Включает в себя нового героя, финального босса пятого акта, достижения и, опять же, сюжетный контент. Вот, собственно, и все, что пока что известно. Теперь вы знаете, когда я залечу в Darkest Dungeon 2 в середине февраля. Спасибо за внимание. Давим пальцы вверх. Всем пока, всем удачи.